Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Даридзи, добро пожаловать в игрушку LastD, у нас новая версия 1.9.8. Ну что ж, давайте почитаем, что тут интересного. Появился конвой. После первого запуска конвоя мы получили много положительных отзывов и несколько флешмобов за его возвращение. Вы попросили, мы сделали. Предварительно мы обновили ивенты, добавили новый сценарий развития. Теперь то рейды нагрянут, то зомби всех перебьют. С возвращением конвоя появились и слухи о некой тайной комнате в лобби. Вот это интересно. А бункера. Дверь туда заблокирована терминалом со специальным замком, вскрыть который можно лишь при подтверждении прав доступа по биометрическим данным. Стоит поискать человека с подходящими параметрами или хотя бы его останки. Модификация. Теперь можно менять и настраивать под себя легендарный винчестер. Офигеть. Спасибо, давайте посмотрим, ребят. Ребятки, я тут какое-то время отсутствовал, 2 дня, и много чего пропустил. Простите меня, постараюсь реже так делать, по крайней мере. Так, что у нас по заданию, кстати, ребят? По заданию у нас новые задания появились. Вырастить собаку, убить разорителя на старой ферме. Сейчас мы этим займемся, мы убьем этого разорителя. Сломать 3 стены на вражеской базе, убить 10 зомби на старой ферме. Создать 2 железных топора. Ну что ж, давайте сейчас домой сгоняем. Подожди, а что насчет винчестера? Какой-то легендарный винчестер появился. А по акции, я так понимаю, ничего нету, да, пока что? Пишите в комментариях, ребятки, про обновление, потому что я тут немножко не в теме, не в курсе. Вот. Где искать этот ключ? Бункер, я так понимаю, бункер Альфа, да? Или какой-то другой бункер. В общем, пишите всю информацию, ребят. А что мне делать и куда идти? Потому что я пока что не знаю. Следующую серию, возможно, так и постараюсь я найти этого человека и открыть тот бункер. О-о-о-о! Ребят, давайте для начала, знаете, что сделаем? Доступен новый навык. О, боже мой! Вождение вездехода. Вы научитесь управлять вездеходом, собирая знания в северных лесах. Тут у меня вообще нифига нету. Нифига. Мы сейчас откроем это. Офигеть. Везунчик. Шанс получить более редкую добычу при обыске сундука. Для меня это реально новое. Кувырок. Вы можете научиться выполнять кувырок, исследуя северных... Ребята, у кого-нибудь есть навык кувырка? Я просто не в теме, не знаю. Обжор. Еда восстанавливает больше здоровья. Вот это тема. Вот это реальная тема. Вот это самое. Вот везунчик хочу. Добычу, так, шанс получить более редкую добычу. Вот эту хочу, вот эту хочу. Тут реально очень крутые ништяки можно выиграть. Дайте что-нибудь кайфовое, да, да, о, нормально. На 2% больше восстановят, в принципе, я не против. Так, и тут, смотрите, изучая добычу дубовые леса, вы получите знание, как согреться и выжить в морозы. Вот я это хочу, вы получите. Вы можете узнать, как восстановить здоровье без еды или медикаментов, изучая... Дубовые леса, блин. В общем, сейчас смотрим, что там выпадет. И, кстати, я задание автоматически сделал. Так, что у нас? Вытратить на 6% топлива меньше. Прикольно, прикольно. В принципе, я доволен. Давайте посмотрим на лутецкий. Лутецкий у нас нормальный. Аптечки есть. Я, в принципе, чуть-чуть есть хочу. Я думаю, покушать. Покушать нам не помешает. Давайте последним съедим. Так, по заданию нам нужно вырастить собаку. Подождите. Вырастить собаку. Я ее... Может быть, я ее уже вырастил? Так, идем сюда. Давайте... Блин. Я выполнил задание? Нет, я же вырастил ее. Так, давайте посмотрим. По заданию вырастить собаку. Слушай, нифига себе, у меня задание-то накопилось. Офигеть, я... Уже запись 10. Офигеть, 10-я запись, ребята. Я пропустил 8-ю и 9-ю. Это жестоко. И тут просто дохрена заданий, которые нужно сделать. Ну, собаку я вырастил, это отлично. Собаку я вырастил, это хорошо. С броней мне пока что туговато. Так, давайте почитаем вообще, какие задания. Блин, я, конечно, жалею, что я так давно не заходил. Улучшить 8 стен до 2 уровня. Блин, побывать на старой ферме. Наверное, на старую ферму пойдем, ребятки. Убить 20 зомби в бункере Альфа. Создать 3 сундука. Просто создать 3 сундука, 30 очков мы получим. Это же вообще... Это легко. А, ребят, сундука, а не ящика. Все понятно. Но у меня, по-моему, были сундуки. Сейчас постараемся это сделать.
Так, вот смотрите, я беру три сундука. Сейчас мы это сделаем. Так, смотрите, идем сюда. И я так понимаю, можно создать. Раз, два, три. Все, здание выполнено. Так, ну, в принципе, можно разместить. У нас тут место есть, я надеюсь. Давайте пока что я сюда размещу. Также можно, да, сразу поставить. Сделаем. Как раз мне нужно было это сделать. Так, раз, два. И один давайте вот так поставим. Все, отлично. У нас хотя бы места появилось больше, куда можно складывать. Оу май гада был, ребятки. У меня скоро будет 40-й левел. И мы сейчас чоппер соберем. Боже мой. Как долго я этого ждал. Короче, я так понимаю, сейчас нужно идти. А куда нам нужно? Убить разорителя на старой ферме. Давайте этим займемся. Я думаю, мы легко это сделаем. Так, ну все, ребят, я готов, отправляемся. События, да ну нафиг, я только хотел туда идти. Смотрите, вы слышите звуки перестрелки неподалеку. Стоит проверить это место. Фу, так рядом, так рядом. Так, ребят, я реально боюсь. Я реально, блин, боюсь. Я просто не хочу лишний дробовик просрать. Так, смотрите, я дробовик сюда положу. Я, наверное, одежду одену получше. Это я пока здесь оставлю. Я боюсь просто это потерять. А насчет мачете я не знаю. Может быть, тоже мачете оставить. Вот так, короче, пойдем. Фу, с богом, надеюсь, у меня получится. Так, что по броне у меня? По броне более-менее, в принципе, нормально, да. Броня 22. У меня есть еще дробовик и аптеки. Надеюсь, я справлюсь. Он так рядом. Сможем ли мы еще потом забрать? В принципе, смотрите, довольно-таки неплохой лутецкий можно взять. Лишь бы еще портфель не потерять. Не хочу новый делать. Так, ладно. Я не знаю, ребят. Я реально, я ни у кого не смотрел прохождение обновления. Поэтому мне будет, возможно, очень сложно. Ну его нафиг, давайте возьмем дробовик сразу. Что у них там случилось? Слушай, ну я не знаю, сложно будет это или нет. Без понятия пока что. Давайте посмотрим. Надеюсь, что будет не слишком сложно. Так. Ух ты ж, нифига себе! Вот это да! Давайте я привет передам. Офигеть. Машина разбитая. Надеюсь, там будет топовый лут какой-нибудь. Ух ты ж, нифига себе! Какие-то документы мы нашли, ребята! Какие-то... Документы из бункера. Прочитав эти документы, вы узнаете больше о бункере Альфа, получите опыт в исследовании. Давайте сразу прочитаем. Нифига себе. Так, что можно тут выиграть? А, все, я понял. Сразу покрутим. Та-та-та-та, блин. Что такое? Здоровяк увеличивает запас здоровья на 2. Че, реально? Теперь у меня 120. Вот это топово, ребят. Вот это мне подфартило. Вот это реально классно. Это то, что мне нужно. А тут события разные будут. Сейчас зомби, смотрите. Что там случилось? Он ест его. Смотрите, ребят, он его ест. Офигеть. Спасибо разработчикам, это реально топово. А, так, подождите, я что должен записать это? 3, 4, 8, 57. А, пропуск в бункер Альфа. Фотография сильно и из... Истерлась, но еще можно царапин разобрать внизу. Так, что там, все правильно? Записал 348, 57. То есть теперь только отсюда можно в бункер Альфа, да, попасть? По специальному заданию. Ну давайте посмотрим. Для меня это в новинку. Так, ладно. Ой-о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 й. Я, наверное, все возьму. Так, аптеки сразу сюда. Нифига себе, 5 аптечек. Неплохо. Так, правда, я кушать хочу. Чувак, мне нужно покушать что-нибудь. Так, а что у тебя? А, бункер Альфа, все понятно. Ух ты ж, нифига себе. Что такое? Какая-то музыка заиграла. Я не понял.
Нифига себе. Ручка, давайте сразу изучим. Новый модуль. Прикольно. А тут палец! Отрезанный палец! Офигеть! Боже, пистолет, отрезанный палец. Вот это жесть. Вот это реально жестоко. Так, тут, наверное, поменяем. Хотя... Я вот это, наверное, выкинул. Где музыка играет? Надеюсь, она не несет авторских прав. Там где-то музыка играла. Жесть. Вот и я просто в шоке, ребят. Это реально круто. Палец. Обрезанный палец, отпечаток открывает биометрический замок в бункер Альфа. Мы сейчас туда отправимся. Так. Блин, тут реально довольно-таки топовый лут. Офигеть. Не знаю, пофиксят это или нет, но мне пока что все нравится. Я бы хотел почаще такого лута. Так, надеюсь, тут ничего не рванет. Сюда вообще нельзя. О, прикольно, музыка играет. Только когда сюда подходишь. Блин, чувак есть пить хочет. Бедолага. Так, что у тебя там? Нифига себе. Воу-воу-воу. Чувак, чувак, полегче, подожди. А, надо что-нибудь скинуть. Надеюсь, ты не умрешь. Консерву сейчас. Сейчас мы все сделаем. Дружище, живи. Так, нормально. Бог ты мой, что-нибудь-то произойдет. Так. 102 здоровья. Блин, прикольно, почаще бы она выпадала. Так, что-то он пить, в принципе, не сильно хочет. Слушай, я когда на рейд отправился, он не сильно так уж хотел и пить. Что с ним случилось? Так, чё? Нифига себе, блин. Я это все хочу взять. Давайте, наверное. Я правда не знаю, от чего избавляться. Тут все нужно, по идее. Нужен большой рюкзак. Так, тут мы еще не лутали. Офигеть. Ну, это реально найсовый просто лутецкий. Я даже не знаю, домой, наверное, зайдем, а потом в бункер Альфа пойдем. Прикольно, прикольно так. Короче, вот так сделаем. Давайте самое необходимое брать. Зачем мне карта доступа Альфа? Нам не нужна карта доступа Альфа. Вот это очень редкая штука. Ее надо по-любому взять. Аптеку, наверное, давайте возьмем. Вместо брони. Пофиг. Пофиг на броню, наверное, вот так. Да, ставим. Ну, может быть, вы по-другому взяли бы. Я, наверное, так оставлю. Все, погнали, ребят, домой. И потом сразу в бункер Альфа. Так, а по заданию мне надо создать два топора. Давайте прям тут сделаем. Так, все, смотрите, задание я выполнил. Сейчас вы все увидите. Это я пока что тут бардак развел, конечно. Пока что сюда положу. Топоры тоже. Скоро у нас будет рейд. Первый наш рейд. Идем сюда. Самое, что хотел главное вам показать. 40, все, открываем, смотрите. А, я еще не сделал. Блин, не хватает немножко. Не хватает 20 очков. Ёлки-палки. Так, создать три любые усилительные предметы брони. Чё? А, создать три любые усиленные предметы брони 30 очков дадут. Ну что ж. Так, убить 5 токсичных толстяков. Ладно, в бункере Альфа, наверное, с вами это сделаем. Отправляемся в бункер Альфа. Пароль я записал. Ч-ч-ч-дебил. Я, кажется, палец оставил. Блин. Нельзя остановиться, ё-моё, ёлки-палки, палец забыл, офигеть, а как я без пальца попаду? Назад идем, назад бежим. Блин, какой же я растерян, ну как можно было забыть палец? Офигеть, причем вспомнил только на пути. Все, вот он палец, отрезанный палец, офигеть. Это просто жесть, это просто офигеть как, ну круто, наверное. Так, все, ребятушки, побежали. Побежали быстрее, 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 быстрее. Давайте подгонять его. Не получается. Кирилл, сколько игра, я сюда так и не достроил. Что там такое интересно? Я думаю, сюда стоит сгонять как-нибудь. Только там надо все построить. Так, все, ребят, я в бункере. Изменилось тут что-нибудь? Слушай, надеюсь, Лутецкий-то мой остался тут на я. Да, фу, слава богу. Тут, потому что там еще оружия много у нас было. Так, ну с этим, в принципе, фиг с ним.
Так, надеюсь, он не сломанный. Так, вот тут еще у нас оружие будет. Открываем. Так, что-то у меня я записывал. 3, 4, 8, 57. Все. Быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу туда. Я хочу там побыть. Я хочу там побыть. О, ребят, спасибо, что поддерживаете на ЛСД, там лайки ставите, пишите комментарии. Для вас я снимаю. Будет много чего тут интересного. Так, подожди, а где мне этот палец надо оставить? Так, ладно. Где-то его нужно оставить, в общем. Консервушки. Давайте попьем водички. Иди сюда, сейчас быстренько разберемся. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Давайте попробую подойти вот так незаметно. Толстяк. Я так понимаю, вот они токсичные, да, толстяки? Потому что по заданию мне надо 5 убить. Или это не токсичный толстяк? Можно, в принципе, легко проверить. Ну, куда ты пошел? Так, 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 по заданию мне нужен 40 левел. Где-то, где-то, где-то. Нет, это не токсичный, да, токсичный он зеленым мигает. Так, еще там можно будет принять душ. Так, куда палец там мне нужно поставить? Нет, я не хочу запускать пока что тебя. Так, идем дальше. О, подожди, так это палец что ли подействовал? Отпечаток открывает биометрический замок в бункере Альфа. Вот этот что ли? Да, давайте. О, какой-то сундук. Давайте посмотрим. Какой-то сундук мы нашли. И что там такое? Ну так себе, в принципе, более-менее. Телефон. Не сказал, чтобы супер, но... Почему нет? Еще там дверь, продолжение. Дверь заклинила, ты серьезно, что ли? А чё, больше ничего такого не будет? Это и все? Блин, хотелось большего. Мы ожидали, что будет лучше. Ну, в принципе, более-менее нормально. Телефон взяли, пистолет там был. Понятно. Дополнительная такая плюшка. Окей, ну раз мы здесь, надо... Давайте спустимся, тактичных толстяков убьем, наверное. Неплохо так. Так, тоже заберем. Спустимся вниз. Так, на третий этаж. Смогу ли я, подожди, того победить? Давайте попробуем. Громилу, он же там? Я надеюсь. А, блин. Это же легко, в легком режиме его нету там. Активация терминала требуется. Там вообще гигант. У меня есть дробовик, если что. Тут токсичных-то нету. Ладно, справимся с этими толстяками. Так, нормально так. Только у них нифига не выпало. И все, палец больше нам не понадобится. Почему-то другую дверь заклинило, я не знаю почему. В чем причина, ребят? Можно ли ее открыть или нет, я не знаю. Но я почитал ваши комментарии, и я думаю, разберусь. Вот он первый токсичный, да? Токсичный толстяк. Так, я это сделал специально, чтобы консервы съесть. Раз, два, три, четыре, пять. Все, этот мусор мы выкинем. Отлично. Что-то мало как-то дают. Сколько там токсичных? Один токсичный, я надеюсь, очень сильно. Да, один токсичный толстяк. Он меня заметил. Надо вот этих маленьких сначала убить. Иди сюда. Ты не того бьешь. Все,
все. Теперь нормально. Сколько? Ух ты ж, нифига себе, нифига себе. Так, у меня есть еще одна мачете. Нормально. Так, 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 так. Покушай, покушай. Это мы выкидываем. По заданию получается, что у нас получается по заданию? Так, я убил. Мне надо 5 убить. Двоих токсичных толстяков. Еще. Еще 2 надо найти. Но они по-любому где-то здесь есть, я прям уверен. Также давайте проверим вот эти ящички. Так, буду некоторые моменты проматывать. Вода, блин, воды у меня вообще навалом. Я вообще смысла не вижу ее держать. У меня там больше 100 банок, только вот здесь. Сейчас я вам покажу. Если они рядом, конечно. А, ну вот тут 3. Где-то у меня, короче, 100 банок было. Поэтому сделаем вот так, давайте. Слушай, тут, по-моему, там громила. Давайте посмотрим. Самый беспонтовый. Да. Яростный гигант. Вот сложным я их ненавижу. Они быстро бегают. Эти еще нормальные. Чтобы не тратить патрон, сделаем попроще. Самое, что, ребят, прикольное, это чоппер. Конечно же, я давно хотел собрать чоппер, и в следующей серии мы с вами его соберем. Так, тут, подождите, без глушителя, я надеюсь. Если без глушителя, мы можем, в принципе, эту турельку завалить. Да, отлично. Идеальное место. 400 дали, да, хп. Ништяк, ништяк. Вот это я, наверное, заберу. И посмотрим, что у нас здесь. Так, тут у нас тоже ништяки. Можно что-нибудь поменять. Давайте вот так. Спирт нам, в принципе, не сильно нужен. О, аптечки, точно. Я аптечки вот так сделаю. И можем уже, допустим, фонарик тот же самый взять. Так, сильно не буду заморачиваться. Хочу уже побыстрее это пройти. О, задание какое-то выполнено. А, мне тогда толстяков не понадобится убивать. Я вот это и хотел, ребят, сделать задание. Смотрите, 40 левлов. Офигеть, вот я то, что я хотел. Вилка чоппера и бензобак чоппера. В бункер альфа, ну, я возьму, возможно, вне серии. Поиграю. Насобираю билетиков, талончиков, чтобы потом показать. Так, ну и сам, ребят, самая ответственная фигня. Мы забираем свою награду. 40 левел взяли. Это вот стадия. Следующая, наверное, будет сложно. Смотрите, она как-то разделена линиями, видите? Может, эта линия означает, что более... Что-то будет более сложно. А, детали для чоппера. Вот, детали для чоппера. Это мы сейчас на этом, да, остановились? Прикольно. Так, также что у нас? Смотрите, у нас тут есть журнал о северных лесах. Журнал... А, это я все взял, да, у нас документы из бункера. В следующей серии мы как раз прочитаем документы из бункера, плюс не хватало мне бензобак чоппера и вилку чоппера. В следующей серии мы это сделаем и, возможно, сходим на рейд. Почему бы нет? Первый наш будет рейд, возможно. Блин. Ну, посмотрим, в общем. Забираем награды, давайте смотрим. 36 левел. 37 левел, такие награды. 38 левел. 30. 9 левел. И самое то, что я хотел, наконец-таки, 40 левел. Давайте заберем, пока разработчики не передумали. Все, у нас теперь это есть. Мы соберем чоппер в следующей серии, ребятки. Следующая серия будет буквально завтра. Ну, или сегодня, смотря во сколько ты смотришь. Возможно, ты смотришь уже вообще. Смотришь тогда, когда это уже не актуально. Ладно. Смотрите, гигант такой так медленно идет вообще. Давайте его уже завалим, раз он идет сюда. Так, надо быть очень-очень аккуратным. Пау, промазал. Попал. Попал. Попал, все. Теперь дробовик. С этим гадом нужен... Нужен дробовичок. По-другому... С ним опасно... Бороться. Давайте уже дострелим его. Надеюсь, красный выпадет.
Красно, отлично. Серёжа, увидимся в новой серии. С вами был Дариди, это Last Day. Ребятки, буду следить за обновлениями. И скоро будет, наконец-таки, у меня годный контент по Last Day. Всем до скорого, всем пока-пока, до новых встреч.